Привет, друзья, еще раз. Сегодня после, буквально после стрима с Димоном и Сашей с Крафтек, мне пришла коробочка новая, а жена говорит: слушай, ты так давно не снимал никаких видео, ну что ж ты так вообще? Просто, ну, я подумал, давайте снимем распаковку еще одной гитары, которая пришла. Я ожидал ее уже на прошлой неделе, но пришла она сегодня. Вот, начнем с того, что начинаем резать и посмотрим. Может быть, это окажется сюрпризом для меня самого. А может быть, не сюрприз. Я сейчас не полностью уверен в этом. Так, коробка огромная. Сюрпризом это оказалось для меня. Так, вот смотрите тут. Куча всего из этой самой. Лилька мне сейчас поможет. Внутри какой-то кейс еще, который я должен таким образом достать из него. Вот так. Вот что тут написано. Taylor. Знаете такую компанию Taylor? Наверняка все знают, конечно. Я вас не удивлю этим. Но в данном случае я не уверен, что это будет Taylor гитара в нем. Поскольку это предполагается, что электрическая гитара здесь. Сейчас посмотрим, что же это такое за создание. А давайте я начну сначала вот с этого карманчика, посмотрим, есть ли что-нибудь интересное. Floyd Rose. Понимаете уже, догадываетесь, что за тип гитары. Лилия очень заинтересована в том узнать, как можно быстрее. Вот, смотрите, Parallax написано. А, еще один секрет выдали уже. Вот так. Дальше идем, дальше двигаемся. Чуть-чуть запыленная. Есть такое. Что же это такое? Создание. Это создание. Вот сними прямо вот здесь, покажи, что это. Это какой-то у нас очередной Washburn. И я понимаю почему. Потому что один из моих Washburn ушел к моему другу близкому Димону. Так вот это именно такой же Washburn ушел туда. И вот он ко мне вернулся, но только в другом цвете. Вот такой весьма чуть-чуть назад это приятный. И могу сказать, что это PXS 10 Parallax. 7 Родунканы. Ну, вы уже видите, вы уже знаете про эти гитары много. Switch здесь. Ручки, видимо, поменял наш бывший хозяин на какие-то другие обновленные. Апгрейд. Любят же люди апгрейды делать всяким гитарам. Вот, я думаю, что после этого я как-нибудь сделаю демонстрацию, может быть, гитары, поиграю на ней для вас в очередном каком-то видео. Окей? Так что, вот такая гитара пришла. Стоит, не стоит? Моя жена настояла, чтобы я что-нибудь и сыграл даже на этой гитаре, поэтому мы решили прямо сейчас и сразу снять еще что-нибудь такое, как я на ней играю. В принципе, хотелось бы нажать на пару звуков здесь, на этом процессоре. Но в любом случае, поскольку гитара строила, это мне облегчило задачу. Гриф, полный сетап сделан, вижу, легко играется. Очень струны девятка. Вот насколько строит. Thank you.
Неки, давай что-нибудь. Струны низковато немножко лежат, даже иногда. Я чуть-чуть их приподниму, я предпочитаю чуть повыше. Достаточно, да? Спасибо, друзья, что вы смотрели.